Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем, а скорее уже скоро заканчиваем проходить Red Dead Redemption 2. Осталось всего пару серий, это и скорее всего следующее последнее будет. Короче, мы построили ранчо, амбар. Ну и Эбигейл с Джеком вернулись к нам, это очень здорово. Пора бы с ними провести время. Начнем с Джека. Наверное. Ты как, сынок? Нормально. Что делаешь? Да, читаю и играю с собакой. А не хочешь сходить на рыбалку? Как-то не особо. Я не люблю рыбалку. Не очень. Но есть-то любишь? Надо бы жратвы раздобыть. Давай. Пойдем сюда, к ручью. Ладно. Почему ж ты так себя ведешь? Извини. Да ладно, ладно. Ты хотел бы, чтобы я был больше похож на тебя? На меня? Нет. Но. Ладно, пойдем. А Крусуфу можно с ним? Он так он рыбу распугать может. Ну, если хочешь, возьми. Значит, ты не расстроишься, если мы ничего не поймем? Да. У меня не очень хорошо это получается. Рыбачить или ходить? Разговаривать. С тобой. Ну, рыбачить, я думаю, будет весело. Или ты хочешь опять одни бобы жрать? Да нет, я рыбу поел бы. Ну, тогда будет весело. Эй, песик, пошли. Мне нравится с тобой проводить время, но иногда нужных слов не подбираю. Нам надо почаще так делать. Да, то есть... Да, давай. Красивые тут места, да? Наверное. Трава. Свет. В мире много мерзости, но и красоты тоже много. Да. Ты поймешь, ты когда подрастешь. В твоем возрасте это трудно понять. Земля и свет. Для меня это... Ну... Жизнь. Я не могу это четко объяснить. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Хочу путешествовать. Хочу повидать мир. Ну, это хорошо. А потом стану адвокатом и буду помогать людям. Для этого не надо быть адвокатом. Ты что, смеешься? Да нет, я бы ни за что. Просто... Что бы ты ни делал, не повторяй наших с мамой ошибок. У нас было... В общем, все, что у нас было, мы начали ценить только недавно. Понятно? Окей. А это место близко? Да, да, да. Хороший песик, хороший. Как моя Лида. Деревня. Я не думал, что ты так далеко. Да, вот пришли почти чё никуда. Лида, это моя собака в деревне. Здесь очень хороший клюв. Да, так всегда говорят. А потом возвращаются пустыми руками. Все это ты знаешь на свете, да? Ну, раз не так... Ну, может быть. Но в данном случае это правда.
Говорят, тут очень крупная рыба водится. Большие старые лососи. Их трудно поймать, но зато приятно жрать. Трудно поймать, сразу с отговорок начинаешь, да? А твой пес знает, что его хозяин всезнайка? Извини, не хотел. Да не, я хотел, почему? Ну да пофигу, давай ловить рыбу. Дядя Хозе был рыбаком, да? Да, точно. Не помнишь, что меня на рыбалку брал Артур. Артур учил тебя ловить рыбу. Ну да. Это мило. У меня клюет. Клюет! Ладно, теперь начинай подтягивать. Не торопись, чтобы крючок впился. Она сильная. Ладно, давайте на себя. Спокойно. Дерни слегка. А теперь тяни на себя. Попалась. Ну, что скажешь, как ощущение? Не знаю, как ты даже. Спасибо, пап. Я уж говорил, что здесь отлично ловится. Говорил. А, я вспомнил ту поездку с Артуром. Я собирал цветы и... Как двое людей, одетых по-городскому, были. Сюда такие не придут уже. Это про агента Милтона и агента Росса, он говорит. Я надеюсь, вы его помните. А где Руфус? Не знаю. Да не переживай. Это ж Собакин. Ну правда, где он? А почему у меня, кстати, не клюет? Пойду поищу его. Руфус, где ты? Руфус, ко мне. Я помогу тебе поискать. Да ну эту рыбалку, ничего вообще не клюет. Убери ты эту удочку, ну ее нафиг вообще. Руфус! 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 Где ты нафиг? Можешь поискать с другой стороны дороги. Руфус! Руфус! Баба, скорее сюда. Руфус. Нет. Змея. Да, вижу. Она укусила его. Тихо, тихо. Успокойся тоже. Ну-ка, иди сюда. Он весь вышел. Фу. Руфус. Нет. Не глотай его. Тьфу. Высоси это. Тьфу. Он умрет. Он умрет. Выкарабкается, не волнуйся. Надо отнести его в теплое и тихое местечко. Он умрет. Иди собери удочки и улов, пока я его домой унесу. Эбигейл, помоги. Что случилось? Пса змея кусанула. Надо позаботиться о нем. Я мальчики тоже неси коврик. Он выживет. Да, твой пес поправится. Не надо было на эту рыбалку идти. Иногда. Иногда невозможно предсказать, чем все обернется. Но. Пес. Пес поправится. Не переживай, сынок. Не переживайте, если что, пес останется жив, не волнуйтесь.
Новая попытка выполнена. Так, теперь и к Абигейл. Ну что, доволен? Ну, вроде того. Я справился? Да, ты хорошо поработал. Ну так... Ты меня простишь? Никогда. Суровая ты женщина. Мама, папа, сюда. Сэдди, ты жива? Джон, это Сэдди Адлер. Откуда ты знаешь, что это? Мы, я увидел ее и подумал, что я так счастлива. Давай, садись. Расскажи мне о себе, дорогуш. Ну, так ты вооружил из зубов. Я сама заработаю себе на жизнь. Я охотник за головами и телохранитель. Защищаю старателей, которые добывают золото в горах. Собираюсь создать свою собственную транспортную компанию. Я подумал, может, Джон хочет подзаработать? Такая работа моему мужу не нужна. Мы задолжали кучу денег, когда фирму купили. Ты работал на нее, чтобы расплатиться долгами? Да, немножечко. Но я думал, что мы решили, что Зимба... Нет, это ты так пока решила. Но мне больше нечем заниматься. Я же мужчина, черт побери. Абигейл, это законная работа. И к тому же меня не убили ни разу. Я просто охочу на разных идиотов по заданиям. С этим даже Джек мог взять. Эй, не смей забивать мальчишку такими глупостями. У него ремесло будет получше. Какое же? Писать дурацкие истории? Ой, извини, Абигейл, серьезно? Я просто думала, что вы хотели позаработать. Сколько раз я должна хоронить тебя, Джон Марстон, а? Да ни разу. Никогда ты не похоронишь меня. Это законная работа, и она по силам мне. Это... Еще не все. Мика? Охота за головами — это одно, но Мика... Говорят, где-то в этом штате он. Ну или, по крайней мере, кто-то вроде него. Убил целую семью, и только одна девчонка спаслась. Не лезьте к Мике. Я просто, извини, Мика. Я заехал, потому что глаз за одним человеком и подумал, что... Может, Джон подзаработать хочет? Что еще за работа? Эбигейл, нам нужны деньги. Какой-то человек ограбил мою контору. Бухгалтер или что-то в этом роде, ну, ты понимаешь. Приехал из Роудса и, как я понимаю... И сколько же за это платят? Платят много. За сопляков платят много. Ладно. Хорошо. Но Мика... Не надо. Ладно, ладно. Джон Марстон, вперед. Только верни мне его обратно. Да, конечно. Опять в кого-то стрелять сейчас будем. Ты готов? Поедем в Толл-Пирс. Я рад, что ты наконец к нам заглянула. Абигейл вернулась, и мальчик... Ты, наверное, так доволен, Джон. И раньше ты был прав. Это действительно просто нечто. Я, наверное, предложу ей выйти за меня. У меня есть кольцо. Это кольцо Артура еще было. Я нашел его среди тех его вещей, которые остались. Ты женишься на Эбигейл? Или, по крайней мере, предложение ей сделаешь? Ну... Я и не подозревал, что ты такой романтик. Я тоже, но я об этом думал еще давно. Я знаю, что хочу этого. Ладно, просто я думал, что вы и так уже женаты. Ну, неофициально. Ну, я рада за тебя, Джон. Я была счастлива в своем браке.
Мы срежем путь у поста Массасина. А, я вспомнил, что это за миссия была. Мы приближаемся к тому месту, где видели. Этот придурочный бухгалтер маршал Террелл изображает из себя путешественника. Тут лагерь разбил, в общем. Ему повезло, что его братья Скиннеры не нашли. А может и нашли. Сюда. Ну куда ж ты идешь-то, ёб... Быстрее иди. Видимо, это он. Слезай. Осмотримся здесь. Кто-то тут точно был. Выглядит... Вот так. Вот тут, похоже, медведь побывал. И наш малый ретировался тут. Ну, кто бы это ни был, он южанин. Так может, это наш клиент, если только им не пообедал медведь? Да, судя по всему, они в ту сторону пошли. Он или медведь? Оба. По-моему, в ту сторону. Черт, где следы? Ты не видишь, куда он мог бы направиться? Так, вроде и нашел. Надо вот сюда. След ведет сюда. Так, теперь туда. О, тут хижина какая-то. Разваленная. А. Да, им уже походу пообедали. Да, жутковатое зрелище. Это наш парень, да? Может быть... Ох, ёперный театр. Кошмар какой. Ну или кто-то из... На кого-то из местных фермеров похож. Вернее, то, что осталось. Он ушел. Это вы, маршал Террелл? Так точно, мэм. Я уплачу наш штатный лимит. Заключить вас под стражу. За мошенничество, кражу и уклонение от ареста. Этот монстр все еще там? Да нет, он ушел. Выходи, Дя. Скорее. Не стреляйте. Шевелись, давай. Ладно, иду, иду, иду. Берегись. О! Отпали от меня, медведь. Ну я нажимаю на F. Что такое это, ё-моё? И здоровья мало совсем. Убежал? Проклятое чудовище. Террелл, а ну выходи. Иначе я сам зайду внутрь и стрельну в тебя. Да, иду, иду, иду. Хотел узнать, есть ли он у тебя или нет? Нет, нет, тут дело в другом. Нет, в этом. Иди-ка сюда. Иди сюда. Террелл. Мужиком себя считаешь, да? Ну, как говорит Абигейл, можно так и сказать. Мне не верится, что мы не смогли убить его. По крайней мере, мы ему напавить пару шамов оставили. Ты в порядке? Да, просто
Капец. Артур не смог убить медведя. Джон не смог убить медведя. В третьей серии первого сезона был медведь, где Артур с Хози отправлялись на охоту, и там тоже был медведь. Тоже не смогли замочить его. Я за себя отвечаю сам. Это мой выбор, мне были нужны деньги. Это твой выбор, конечно. Но и мой тоже. Я решаю, кто пойдет со мной на дело. И переживать за твою ранчо, твоего сына и твою жену. Всякий раз, когда раздается выстрел, мне тоже не особенно хочется. Резонно, кстати говоря, обновка тебе очень идет. Да, я трачу деньги на дорогую одежду. А это еще кто такие? Это вы, Сэдди Адлер, охотник за головами? А ну, уйдите-ка с дороги. Послушайте, я очень вас уважаю как профессионал. Но если у вас там маршал Тервилл, то мы хотели бы с вами разделить награду. А вы-то чем ее заслужили? Ну-ка, немедленно отойдите с дороги. Мы подумали, что вам может понадобиться охрана. От кого вы меня охранить-то собираетесь? Нам с партнером по зарезу нужна награда. Нам нужны деньги, и если вы не хотите делиться, то вы решили, что мы ее сами заберем. Все? Так, все вот так просто? Серьезно? Все вот так просто было? Как-нибудь другой... укокошил бы их, наверное. Жестокая профессия, да? Да, она требует определенной отстраненности. Я не задумываюсь о том, правильно ли это делать или нет. Да нет, я не вижу ордера на стене и выполняю их. Вижу. Если какие-то сволочи охотятся за моей целью, я начинаю агрессивно действовать. Это называется индустрия. Если ты заметил, то все сейчас так и делают. Наверное. Ты говорила, что тебе что-то известно насчет Микки. Может, расскажешь, пока едем? Ты уверен, что хочешь это услышать? У тебя и без того забот хватает, разве не так? Если найду, я разберусь. Когда речь идет об охотнике на людей, это твое решение, брать меня с собой или не брать. Но, Мика, это то, что я хотел бы сделать. С тобой или без тебя, Сэдди. А, щет. Стой, не уходи без меня. И доверие лошади после этого увеличилось. Еще и. Короче, ты понимаешь, о чем я, да? Ну, до меня дошли слухи. Разные слухи. Ничего определенного, но сдается мне, что он где-то рядом. Ты выяснишь, как выяснишь что-то конкретно, скажи, пожалуйста, мне. Так, кладем его. Давай, возвращайся домой к жене. Если что-нибудь услышишь про Мику, дам тебе знать. Тебе нужна помощь или сама справишься? С ним-то? Справлюсь. Уверен? Я положу твою долю в банк, как только оплачу оплату. Получу. Так, ну еще одно задание от Эбигейл. Мы выполним и закончим на сегодня. После этого следующее задание – картина будущего. Да, это предпоследнее задание. Картина будущего – это предпоследнее задание после этого. А последнее задание мы оставим на следующую серию. Там, кроме него… Ну что ты остановился-то? Да стой ты, ёп! Ну что ты такой, блин?
медленный, да еб... Ну чё ты такой крутящийся, да еб... Да беги ты уже в ту сторону, еб... Чё моя лошадь не идёт туда, куда я прошу, блин? Ну куда ты... Да еб... Да что не так-то, еб... Тихо, 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 блин. Да что не... Да чё не так-то? Я в ту сторону прошу идти, нету... Нету поворачивать куда-то по кругу. Да блин, ну... Да иди ты, ё-моё, ну... Господи, это пипец какой-то вообще, если честно. Да что с лошадью не так? Алё, блин! Может, если пушку убрать, будет всё нормально? О, сейчас нормально пошел. Как только убрал пушку, так сразу пошли. Так, во-первых, метку убрать. Женщина, я тебе так скажу. Было все спокойно, пока не вернулась ты. Повезло тебе, что я охотчик, а то я бы тебя уже выстрелил. Либо работай, либо уходи, старик. Да у меня поясница болит. Через минуту у тебя сейчас все сболит. Джон, объясни ей, что только... Эй, я ободрал пальцы до костей, когда этот дом строил. Эбигейл Робертс. Марстон. Эбигейл Марстон теперь. А, для тебя вообще-то... Зачем ты разрешил ему тут остаться? Но он был довольно полезен тогда. Ну, по-своему, бесполезным. Кто это? Понятия не имею. Друг или враг? Скоро узнаем. Это ребята Геддеса? С ранчо Прокхорна? Да. Мистер Милтон, мистер Милтон! Дункан? Сэр, мама нашла на чердаке старую мебель. Папа решил, что вы тут... Заходите остаться, и мы в качестве подарка на новоселье. Как мило со стороны. Передайте маме и папе, что мы тронуты душой. Можете все это туда поставить, мы с вами разберемся. Вы очень добры к нам. Вы спасли наше ранчо. Папа сказал, что надо вас отблагодарить. Ну, вроде бы вот и все. Передайте папе мой сердечный привет. Скажите ему, что я и моя семья, и его друзья до гроба. До свидания, сэр. Просто не верится. Какие добрые люди. Да. Нам все равно еще прикупить надо бы кое-что. Может, прокатимся до города? Мы уже целую вечность не проводили время вдвоем. Пойдем к повозочке. Они отблагодарили нас за то, что мы спасли их ранчо и привезли нам мебель. Мне кажется, мы вот так не проводили время вместе уже целую вечность. Вечность — это долгое время. Нам было некогда, мы оба вкалывали в поте лица. И эта работа принесла доходы. Ранчо — это жизнь. Нам так хорошо, Джон. Разрешите вам помочь, сударыня? А теперь в Blackwater. Куда бы ты хотела заглянуть? Ты сказал, нам надо кое-что купить. Да, это мы по каталогу закажем. Давай развлечемся пока. Знаю я твои развлечения, Джон. Я не выпивал уже... Дело я это бросил. Но я имею в виду благонравственные, благоравные развлечения, как у порядочных людей. А мы порядочные? Теперь, наверное, да. Как бы иначе, у меня дела еще есть. Чем бы ты заняться хотел? Ну, для начала, может быть, закажем портрет? Портрет? Да, один тип в городе делает фотографии. Ты хочешь днями напролёт любоваться своим портретом?
Жаль тебя огорчать, но ты не настолько привлекателен. Нет, я говорю про семейный портрет. Ты и я. Понимаешь? А, ну и хорошо. А что еще у тебя на уме? Не знаю, давай просто прогуляемся, а там будет видно. К ужину надо быть дома. Дядюшка Джек и Чарльз без тебя прекрасно пока справятся. Им это даже на пользу пойдет. Пусть учатся самостоятельности. Они останутся голодными. Тоже хороший расклад. Если... Да, и помогу. С чего это вдруг такая вежливость? Не знаю. Так. Я на минутку зайду к драпировщику. Мне надо кое-что взять, это быстро. Пойдешь со мной или здесь подождешь? А после этого мы сможем сфотографировать? Да, и сфотографируемся тоже. Ладно, пошли фотографироваться. Если для тебя это так важно. Да, это важно. Сегодня это очень важно. Ты ведешь себя странно? Да, я вообще странный. Но сейчас ты по-другому странный. Я тебя раздражаю? Нет? Ты мне такой больше нравишься. Просто это не ты. Может, я изменился? Наконец? Не знаю. Может и нет. Здравствуйте, мадам, сэр. Здравствуйте. Чем могу помочь? Мы хотели бы сфотографироваться. О, фото. Да, я это могу устроить. Ну, что нам делать? А, извините, а что вы хотели? Сфотографироваться? А, да, мы этим занимаемся. Это чудесно. Красивая пара, очень. Очень красивая. Нам нужен фон. Фон? Да, у нас есть Ниагарский водопад, ночной Париж, везучий с руинами, прерия. Вот, посмотрите. Выбирайте, что хотите. Так, что думаешь? Даже не знаю. Просто потяните на рычаг, появится следующий. Это интересная система. Так, а такой? Вырви глаз, давай еще посмотрим. Вот этот неплохой. Мрачновато, надо все посмотреть. А вот этот ничего. Как будто домой вернулся. Это все? А это? Это бар? У тебя наверняка уже есть фото в баре. Сам ведь предложил, определись уже. Ну что, вы посмотрели? Понравилось что-нибудь? Давайте еще посмотрим. Выберем один из этих. Что-нибудь посветлее взять бы надо. Нет, этот... Вот этот сойдет. Вот этот. Выбираем вот этот. О, это... Чудесно! Просто идеально! Знаете, мне жаль, что у меня нет реки Конго. Там нужны травяные юбки, у меня денег нет. Да это так экзотично. Встаньте так, чтобы вам было удобно. Это так солидно. Так. Выбрать позу. Еще что есть? А еще что есть? Наоборот, типа. Еще что есть?
Нет. Ладно, вот этот сойдет. Может так? Так, теперь дайте минуточку, я проявлю снимок. Подождите здесь, не торопитесь. Что? Да ничего. Громила. Стрелок. Прошу прощения. Да не, я ничего не говорил. Просто позировал. Да, тихо. Ты так грубо обращаешься со мной? Да ты этого не заслужил. Пожалуй. Вот, держите. Замечательный снимок получился. Да. Посмотри на свое лицо. Сколько я вам должен? $5. Пожалуйста. Спасибо. До встречи. О, да, он к вам еще придет попозировать. Похоже, ему это понравилось. До встречи. Чем еще займемся? Ну и есть еще кое-что, что я не видел. Ни разу не была на этих представленных движущихся картинками. Ни разу? Нет. Ну, тогда пойдем. В театр? Это же настоящее чудо техники. Спасибо, это очень приятно вести нормальную жизнь. Театр? Долго поди, там сейчас опять будет. А может и нет? А, там мультики будут. Что там показывают? Что-то под названием рисунок для красотки, им кажется. О, здрасте. Два билета на рисунок для красотки. О, 50 центов, пожалуйста. Ладно, а про что он? Не знаю. Нам ничего об этом не рассказывают. Еще раз спасибо. Заходи, нас ждет что-то загадочное. Это просто невероятно. Они как будто на самом деле тут. Женщины, да. Не смей, Джон Марсон. Да что, я всего лишь смотрю кино. Выглядит как... Не будь таким занудой. Та еще штука. Куда что ты руку-то положил? Не, я думал тихо. Все, что ли? Так быстро? До свидания. Ладно, нам пора домой. Да, мы вечно сидим дома. Ферма не денется никуда. Ферма? Обожаю это слово. Давай на минутку к озеру выйдем. К озеру? Да. Зачем? Ты наконец-то утопиться решил? В некотором смысле и даже с радостью. Ты сегодня какой-то очень странный. Да нет же. Какой же ты дуралей, Джон Марсон. А
Джим Милтон. А, еще хуже. Да, я тебе помогу. Говори уже, ты очень странный. Я люблю грести. С каких пор? Да ты едва плавать умеешь. Поэтому переворачивать лодку я не собираюсь. Интересно, чья же это лодка? Да, какая разница, мы вернем ее. Надеюсь, они не подумают, что... Да ничего они не подумают. Просто подумают, что мы одолжили ее. Только бы у нее в нище дырок не было. Выдержат нас, не волнуйся. Расслабься, посмотри вокруг. Вот подходящее место. Прелесть, да? Чего ты хочешь? Ты... Ты выйдешь за меня? Вставай, я ведь и так уже твоя жена. Нет, я имею в виду по-настоящему. Перед Богом. Ты серьезно? У меня кольцо. Я давно его с собой ношу. Возьми его. Ты серьезно? Ты меня очень порадуешь. Если ты... Жизнь у нас была разная. Ну, а теперь давай будет такая. Мы с тобой, Джек, семья по закону. Джон, я... Никогда... Я не знал, что для тебя это так важно. Раньше не было. А сейчас очень важно. Если ты думаешь, что это глупо, то... Извини. Заткнись, дуралей, и поцелуй меня. Да, это было прекрасно. Так, кстати, давайте зайдем в наш дом и посмотрим, как он выглядит сейчас. Я имею в виду про мебель. Вот, видите, пес жив и здоров. Блин, если я зайду туда, то начнется следующее задание сразу. А я сейчас не хочу это делать.
Ладно, давайте, если получится, в следующей серии посмотрим. Следующая серия последняя будет уже. Ну а на этом все. С вас и Кост подписывайся, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримовский канал, чтобы не пропускать прямые эфиры. И подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем пока.